Итак, пока у нас рендерится новая серия, то есть предыдущая, мы в очень неприятной ситуации. Ночная террор-миссия в Новосибирске. Это значит, что сейчас нас ожидают очень тяжелые потери. Так, может быть, удастся подождать до... Чёрт! Извините, ребята, миссия террора не состоялась. Вот, блин, минус 1000 очков в счёт. Ну ничего. За это мы сейчас очень маленькую тарелку собьём. Блин, да чё за непруха? Злой рок повис над нашей командой. Опять она же. И опять пропала. Чёрт возьми. Я пропустил террор-миссию. Как это вообще можно понимать? Теперь у меня шансов проиграть еще больше, чем если бы я потерял всех солдат своих там. Так, ну ничего. Хватит сокрушаться. Будем производить броню. Нам ее понадобится довольно много. Да черт возьми. Это моя фишка уже становится, нажимать не ту кнопку. Окей, окей. И тишина. Ну хоть что-то хорошее. Тяжелая плазма. Забьем на тяжелую плазму пока что. У нас есть дела поважнее. Навигатор. Интересно, на каком языке они будут его допрашивать? Ох ты. Гиперволновый декодер. Это то, что мне нужно. Это что-то вроде радара, только... Как бы это сказать? На стероидах. Очень дорогой модуль, который позволяет видеть чуть ли не на пол земного шара все тарелки. Блин, чувствую я сейчас в минус уйду, особенно Россия мне свежит финансирование. Что за фигня? Да. Еще раз я получу такой рейтинг, и... Меня ждет конец. И значит, и этот летсплей. Мне придется играть во что-нибудь другое, например, Зелиард. Какой кошмар. Срочно нанимаем ученых. Срочно нам нужно... Три миллиона, ё-моё. Так. Манила. И опять ночная миссия. Ну на этот раз... Постараюсь не оплошать.
Так. Солдаты. Не забываем про броню. Она спасет нам жизни, надеюсь. Потому что нам могут попасться очень неприятные ребята, снейкмены. Они даже простую террор-миссию могут превратить в сущий ад. Блин, честно, Нужен, блин, ночная миссия. Как я ненавижу ночные миссии, особенно ночные террор-миссии. Если там еще будут еще и снейкмены, то это вообще финиш. Чуть-чуть до утра не хватило. Я опять что-то не то нажал. Но битва все-таки будет. Черт возьми, придется всем факелы. Блин, сейчас нас будут надирать задницы. Ой, как будут нам задницы надирать. Это просто ужас. Такого врагу не пожелаешь. Даже сектоидом со снейкменами. Так, у всех фонарики есть. Черт, какая темнота. Кто у нас сектоид? Всего лишь сектоиды. Твою мать, сектоиды. Которые в темноте видят лучше, чем мои солдаты. Опа. Так. Ё-моё. Товарищи, извините. Но это пипец какой-то. Я просто не знаю, какие слова подобрать. Так, Гудрун мы не можем рисковать. Йоши тоже. Блин. Вот нафига я сюда сунулся? Вот скажите мне, зачем? Зачем вы сюда сунулись? Не на линии огня. Ну да, конечно. Ребята, мы сваливаем. Черт возьми. Ну хотя бы не минус 1000. Блин. Только и умею, что солдат тереть. Ну, хоть что-то хорошее. Хотя бы сможем пользоваться тяжелой плазмой. Можно сказать, самым универсальным оружием в этой игре. Но не для слабых. Так, новые солдаты. Отлично.
очень маленькая, до нее, как всегда, мои истребители не долетят. Потому что, как правило, они летают с мега скоростью. Ну, что и следовало ожидать. Да. Похоже, все-таки этот летсплей ждет конец. Очень скорый. Так, плазма кэнон. Кэнон плазма. Плазменная пушка, где она? Что я совсем не вижу. Вот она. Наше сокровище. Окей. Осталось дожить до гиперволнового декодера и плазменных пушек. И тогда мы сможем контролировать, наверное, треть всей Земли. Так. Гиперволновый декодер. Вот он. Мое сокровище. 26. Ха, ё-моё, я к тому времени проиграть успею. Ну уже, давайте, тарелки. Я не хочу проигрывать. Вы слышите, я не хочу проигрывать. Так. Info Navigation. Очень пригодится. Забейте на броню, нам нужны плазма пушки. Которые стоят охренеть как много иллириума. Теперь мы можем тягаться и с большими тарелками. Отлично. Только мы не успеем, к сожалению. Ванкур, и опять будет ночная миссия. Ну да, как всегда. Но это единственный наш шанс хоть как-то проявить себя. Избежать мучительной смерти от захвата всего пришельцами. Какой кошмар. Так. Окей. Окей, окей. Ну что ж. Перехватим. Не дадим разрушить Ванкуэр. Ванкуэр, значит. Так. Ночная миссия.
На этот раз мы просто не имеем права оплошать. Вы слышите? Вы не имеете права оплошать. Наверное, зря я пихаю сразу в руку эти вспышки, потому что я могу терять, по-моему, четверть меткости. Но освещенность нам тоже крайне важна. Кто у нас тут? Так, почему мы не можем сюда... Ага. И почему ничего я не вижу? Понятно. Это я так туплю. Так. Посмотрим, кто это у нас тут. Вы видите, пришел... Вот он. Флоты. Фух, это, можно сказать, немного облегчает задачу. Ну ё-моё, кто меня учил метать эти штуки? Совсем не помогают они мне. Ну ё-моё, они чё, совсем не работают что ли? Хотя это сработало. Наверное, потому что я ее не вижу. Так. Твою ж мать. Твою ж мать. Эта игра мне... С первых часов игры дает мега-челлендж. Блин, почему я отказался играть на бегинере? Новички. Твою мать, когда ж ты сдохнешь, скотина толстая? Еще косой из-за фонарика в руке. Ну ё-моё, как ты мог по нему промазать вообще? У тебя что, руки растут из задницы? Так. Хорошо, что я пошел в обход. Нормальные герои, кто всегда идет в обход. Как говорил один нормальный герой. Отлично. Пока что мы не сосунки. Это конец. Вы видели только что, что-то в меня летело? Это была граната. И она прилетела прямо в гущу моих солдат. Так быстро кончился мой летсплей. Наверное, буду делать второй. Да, господа, это конец. Это конец.
Беда, беда, беда. Ну, как говорится, первый, блин, всегда комом. Как... Ё-моё, мой первый летсплей. Как я мог не заметить? Эх, еще не у всех есть очки. Движение. Да, нас сейчас грызут эти риперы. Потому что у моих солдат руки растут не оттуда, откуда надо. Как и у меня, к сожалению. И все, больше никто не может ходить. Зато пришельцы могут. Что с удовольствием делают. Да, еще мы окружены мега ужасными монстрами, которые могут в один удар уничтожить защищенного солдата. Людмила, ты что делаешь? Ты зачем стреляешь в сторону своих? Ну, может, хотя бы застрелишь вот этого гада толстого. Отлично. Ну, чуть-чуть. Еще, давай, давай, давай. Ну... Молодец. Молодец, Людмила. Ты единственная наша надежда. Хоть и в состоянии берсерк. Ты что, можешь бесконечно стрелять, что ли? Я не понял, это глюк какой-то? Людмила. Людмила, успокойся. Фуф. Спасибо тебе, сокровище. У нас не все потеряно все-таки. Пока у нас есть такие отважные берсерки, как Людмила. Так, ты у нас еще жить будешь? Отлично. Моя школа. Так. Вот Игорю плоховато. Так и быть, в эту игру я еще не наигрался, и если я вдруг я проиграю, то... Ну что поделать? Начну новую игру. На повышенной сложности, например, на... Genius. Так, это толстый, судя по всему. Попробуем снести ограждение. И теперь у тебя не хват... Да. Так, убили мы совсем с гульки нос, а на террор обычно выезжает целая группа. Блин, я его не вижу. Но, судя по всему, это толстый.
Terror Unit. Двуногое рогатое существо. С интеллектом, как у устрицы. А, черт! 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 Ё-моё, ты везунчик! Кто ты? Я хочу посмотреть на лицо везунчика. Я хочу узнать его имя. Ее. Ну-ну-ну уж. Фух, это все лишь жители. Это Йоко. К счастью, иногда пришельцы понимают, что они ничтожество и кончают жизнь самоубийством. Еще есть шанс спасти сержанта Йоко. Ай, черт возьми. Так, наши солдаты снова в добром расположении духа. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Фух. Так. В террор-миссиях флотеры очень неприятны тем, что много зданий, и они могут где-нибудь спрятаться на крыше. А потом ищи, ходи. Это не лучший твой выстрел был. И этот не исключение. Да-да-да. Надеюсь, он не решит делать глупости. Так, флотер. Твою ж мать. Йоко обречена. Фух, это ж кошмар какой-то. Я не представляю, что надо делать. Мы сейчас потеряем всех. Так, Гудрон еще жива, это радует, единственная отрада. И Йоко еще пока что не дед.